Всем большой привет, и сегодня у меня будет новое видео. Сегодня я с мамой ездила в магазин Ашан и Фикс Прайс и купила много чего интересного. Оставайтесь со мной, и вы узнаете, что же я купила. Также не забудьте подписаться. Ну а мы начинаем. Ребята, вы только посмотрите, какую красивую алмазную картину я себе купила. Здесь изображены попугайчики. Они очень красивые и яркие, собирать их будет одно удовольствие. Такую картину вы можете приобрести в магазине Фикс Прайс. В набор входит инструкция, сами стразики, лоточек и стилус. А также запасные зип-пакеты. Когда я соберу эту картину, готовую работу я выложу к себе в Инстаграм, вот сюда. Так как у нас началась осень и наступили холода, я решила приобрести себе вот такую шапочку. Она серого цвета, а также на ней изображена такая вот золотая звездочка. Внутри она теплая. А еще я себе купила вот такой крутой корректор от фирмы Берлинга. Он очень красиво переливается. Намотка 5 метров. Давайте посмотрим, как он корректирует. Корректирует просто идеально. Очень мягко. Всем советую. Также я купила себе вот такие жевательные мармеладки. Они изображены в виде круассанов, что ли. С имбирем и лимоном. Беру такие не первый раз, очень вкусные и полезные, всем советую. Посмотрите, какой красивый. Мы с мамой купили мне стакан-термос. Он очень летний и яркий, напоминает лето. Вот здесь можно налить какой-либо напиток. И вот здесь вот пить его. Очень удобный и красивый принт. Посмотрите, какой классный альбом для рисования я приобрела в Фикс Прайсе. Здесь и кисточки, и краски, и палитра. 40 листов. И листы достаточно плотные. Значит, купила вот такие две шариковые ручки. На вид они кажутся простыми, но пишут просто божественно, ребята. А также у них порезиновая поверхность. Очень удобно держать. И в руке не скользит. А еще вот такая красная ручка. Пишет достаточно ярко. Вот такая крутая розовая папка. Мне для журналистики в школу. А также я решила из автомата выбить какой-нибудь сквиш. Мне попался вот такой вот миленький маленький сквиш в виде стаканчика с кофе. Также это брелок. Можно прицепить его куда-нибудь, например, на рюкзак или пенал. Ой. А еще, ребята, я купила вот такой крутой набор гуашь. Внутри 21 цвет. Давайте поскорее откроем. Здесь у нас две коробочки. Одна с классическими цветами, а другая, можно сказать, с необычными. Давайте пока начнем с классической. Вот так выглядит внутри. И вот здесь разные цвета. Цвета достаточно яркие. Давайте я вам покажу. Например, вот такой вот розовенький. Вот такой. Достаточно прикольный. Ребята, давайте посмотрим уже коробочку с необычными цветами. Так. Ну, допустим. О! Такой бирюзовый красивый цвет. Вау, конечно, прикольно. Даже не скажешь, что это обычный голубой. Прям цвет морской волны. Здесь даже есть золотой и серебряный. Да уж, серебряный. Выглядит как серый, но ничего страшного. Вау, такой прям темно-темно-вишневый цвет. Такой красивый. Интересно, что таким цветом можно нарисовать. О, тоже прикольный цвет. И это была последняя покупочка. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Также не забывайте подписываться на мой канал. А также подписываться на мой Инстаграм. Всем пока!